Сделано. За ним никого больше? Mm-mm. Все, отпускаем тормоз. И потихонечку добавляем. И в правый руль уже пошел. Вот и все. Нога на тормозе, ты жмешь красный гайд. Давай-ка в левый ряд. Поворот. Вот, молодец. И налево повернем. Включаем левый поворот, заезжаем сюда. С газом, с газом, с газом, с газом. Вот и все. Видишь, выделенная полоса. Убирай газ. А вот здесь мы ждем уже стрелку. Загорится зеленая тогда. Да. Вот смотри, сейчас может загореться основной зеленый, а стрелка будет красной. Значит, ну, эти поедут, а мы будем стоять. А загорелась и стрелка, и зеленый. Значит, мы едем, никого не пропуская. Видишь, встречка стоит. Да. Потому что им в этот момент горит красный. Не срезай, как они. Вот, вот как ты должна поворачивать. Поняла, да? Вот это, вот с этой, кстати, вот эту разметку. А с нее осуществляется тоже левый поворот и разворот. Она реверсивная. Реверсивная? Реверсивная. Знаешь, что такое реверс? Это с двух сторон, когда, да? Все. Туда-сюда. То есть можно и с этой стороны сюда? Заехать на нее, да, газ, газ нажимаем. Вот ты можешь сейчас на нее заехать и развернуться. И оттуда могут заехать и развернуться. Сейчас налево будем поворачивать. Левый поворот. Левый поворот. Да. На серединку. Помнишь, да? Мы здесь поворачивали с тобой только что. Или не здесь это было? А вроде здесь. Нет, не здесь. Я сейчас всех пропускаю? Да. Я, еще есть одна машина. Я просто справа сижу, мне не видно из-за... Да, все, да, поехали, да. Желтый. Поехали, поехали, крути руль, крути. Отлично, молодец. В любой, давай в левый ряд. Помнишь, я говорил, в любой. Да. Только с газом. Крутим руль. Без газа здесь, без газа, без газа вправо. Видишь, как болтает машина? На всех вот этих заездах вот. Без газа. Теперь газ пошел. Да нажимай газ, только резко не дави, вот и все. Что у вас за привычка? Говорю, в зеркало смотрим, а вы надо при этом отпустить зачем-то газ. Ты же так же продолжаешь ехать, набирай скорость. А здесь сколько? 70, да? Ну, вообще 65, но можешь держать 70 в плюсе, 5 миль, ничего страшного. Так, левый ряд, левый поворот. В зеркало смотрим. Еще левее на ряд. Выключи поворот, вот здесь едем. Убирай газ, фривей заканчивается. Ногу на тормоз, но пока не тормози. Вот это все? Да. Ты есть фривей? Я там думала, там такой ужасный. Да нет, он... Нет, он... 35, да, теперь миль? Да. Съезжаем? Нет, и на это... тормозе, да, когда съезжаешь с... Ну, конечно, ты же с горки катишься. Она и так прекрасно тебя покатится. Видишь, сужение сейчас начнется. Поглядывай в левое зеркало. Сзади отпусти есть. Тормоз, отпусти. Он далеко же, сзади. Вот сюда заруливай. И то, да, мы здесь остаемся. Сейчас я тебе буду помогать объезжать эти ямы. Но вот здесь кусок заплатки неплохой положили, а дальше будет капец. Поехали, поехали, поехали. Только давай, знаешь что, левее наверх. Вот, выключи поворот. Едем в этом ряду. Сейчас смотри, будет поворот направо, он с двух рядов. То есть можно сделать и с этого. Как с того ряда, так и с этого. Но все. Сейчас, помнишь, я говорил, правый поворот с крайнего права. Положение в крайне право. Сейчас эта схема не работает. Так как ты поворачиваешь со второго ряда, ты должна уйти, естественно, чуть левее, потому что параллельно с тобой эти машины поворачивают. Угу. То есть чуть-чуть левее держаться от них. Угу. То есть они в крайнее правое положение, а ты во второй. Ты же со второго ряда, да, да, значит, во второй ряд и уйти должна. Угу. Не спеша, не спеша, не спеша. То есть даже такое бывает, да? Да, а почему нет? Газ, теперь газ, 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 газ нажимаем. А вот теперь включай. Вот, видишь, двух рядов. Да, да, да. И вот ты должна и попасть вот сюда, в этот ряд. Вот и все. Отпусти тормоз. Опять газ. Опять газ. 3 секунды у нас проехал перекрест. Ну, видишь, желтый. Но желтый здесь горит достаточно долго, чтобы успеть проехать. То есть до смены сигналов светофоров ты можешь продолжать движение. Ёпрысоты. А чё машину-то не убирают? А ну тут огнетушителем уже бесполезно. У меня есть. Конечно, сейчас приедет это как его. У меня он есть. Бранс будет, у них что-то у них вода полилась не оттуда. У меня есть огнетушитель, но это не поможет. Не поможет. Сейчас посмотрим, как работают американские пожарники. Ну как тебе сегодняшнее занятие? Интересно. Интересно, да? Да.
учиться и учиться. Ну, конечно. И мне кажется, одно дело, когда ты прочитал его, когда ты увидел на схеме, другое дело, когда ты им пользуешься на практике. Конечно, конечно.